Вот уже несколько дней в социальных сетях бурно обсуждают обмеление озера Исык, что в 70 километрах восточнее Алматы. Интернет-пользователи даже предположили, что всю воду забирает ГЭС для выработки энергии. По поручению акима Алматинской области была проведена проверка. Сегодня пресс-секретарь главы региона Галымурат Жукель сообщил об ее итогах в Фейсбуке. По его словам, приток в озеро Исык, а это 4 кубометра в секунду, напрямую зависит от таяния горных ледников Заилийского Алатау. Причина резкого уменьшения уровня воды – низкое количество осадков в зимний период. Площадь орошения сельхозугодий составляет 5500 гектар. Из них на полив направляется 3,6 кубометра в секунду. Кроме того, пресс-секретарь акима добавил, что все коммерческие объекты, незаконно расположившиеся возле водоема, будут демонтированы.